Мои красавчики и красотки, только вместе мы сможем набрать 2 миллиона подписчиков. Поэтому советуйте наш канал всем своим друзьям. Подписывайтесь, включайте колокольчик, ставьте пальцы вверх и не забывайте оставлять интересные комментарии. Ведь самый лучший из них получит путевку в следующее видео. Кстати, советую посмотреть этот ролик вместе со своей мамой. Приятного просмотра! Каждая мама такая! Коленька, а чего-то ты тут разлегся? Может, помоги маме убрать квартиру? Мам, я очень устал в школе. А вот Петька, сын тети Лены, всегда ей помогает. Бери с него пример и помоги маме. Снова ты эти дурацкие чипсы ешь? Да, Петька тоже купил такие чипсы. А ты чего на Петю смотришь? Своей головы на плечах нет. Каждая мама такая. Мамуль, я хочу новую машинку. Коленька, зачем покупать новую машинку, если это еще не сломалось? Ой, походу она сломалась. Совсем с ума сошел? Ну ты ведь сама сказал. Ты наказан. Каждая мама такая. Опять свет не выключил. Сыночек, извини, не знала, что ты там. Ага, свет просто так горит. Ну хоть дела свои быстро сделал. Каждая мама такая. А куда это ты собрался? Ой, то на улице погуляю. Ты бы еще в трусах пошел. А ну-ка, быстренько переоденься. Мам, ну там тепло, лето на улице. Я сказала переодеться. Ладно. Ну вот, другое дело. Хорошей прогулки. Ага, спасибо. Каждая мама такая. Моё ты любименькое. Моё ты хорошенькое. Ты ещё в жопу её поцелуй. Совсем дурак, что ли? Каждая мама такая. Мама, а ты не видела мои наушники? Видела. О! И где же они? Там, где положил. Ну, мам! На полке. Но тут их нет. Посмотри, говорю. Да я уже посмотрел, их тут нет. Ну вот если я приду и найду их, тебе хана. Окей. Вот это что такое? Наушники? Будь внимательнее в следующий раз. Как мама это сделала? Каждая мама такая. Коленька, иди кушать. Скоро? Не скоро, а сейчас. Ну, мам, еще 2 минутки. Я сказала сейчас же. А где еда? Ой, не думала, что ты так быстро придешь. Подожди 5 минуточек. Ну, как всегда. Каждая мама такая. Да, Вадик, я уже выхожу. Ты куда? На улицу. Гулять. Чтобы в 9:30 был дома. Слушаюсь. В пустой голове руку не прикладывают. Ну и где это ты шлялся? Каждая мама такая. Коленька, а почему ты такой зачарованный? Да не, ничего. А ну, быстро колись. Ты точно никому не расскажешь? Да точно, точно. Ну ладно, я в Юльку влюбился. Одноклассницу свою. Ну так новости. Ничего себе.
Представляешь, Ленка, мой Коленька влюбился. Ага. В Юльку, одноклассницу свою. Ну, не знаю. Может, скоро на свидание пригласит? Блин, блинский, ведь договаривались. Каждая мама такая. Мам, я сегодня двойку получила. Ой, это все из-за твоего компьютера. Мам, смотри, какой прыщ вылез. А я предупреждала, поменьше играй в свой компьютер. Мама, у меня компьютер сломался. Вот это все из-за компьютера. Ой, говоришь, компьютер сломался? Ага. Это все из-за тебя, потому что ты рукожоп. Ну, спасибо, мамуль. Каждая мама такая. Вкусняшка. Сейчас я тебя съем. А чего это ты всухомятку ешь? Быстро отдай бутерброд. Лучше скушай вкусного супчика. Ну, я так уж и быть. Съем бутерброд. Нет! Каждая мама такая. Коленька, чай хочешь? Да, я бы попил. Ну так чайник поставь и мне заодно сделай. Черт, каждый раз попадаюсь на эту удочку. Быстрее! Уже бегу, бегу. Хорошо быть мамой. Каждое лето такое. Эх, как я обожаю лето. На улице так хорошо, хочется погулять. Но перед этим нужно сыграть пару матчей. Так. Очкастый, ты ведь так сильно ждал лета. А уже целый месяц прошел, и ты до сих пор на улицу не уходил. Посмотри, какая шикарная погода. Да-да, я матч-то играю и сразу пойду. Позволь. Ой, Коля, Коля. Фух, ну и тяжелый матч выдался. Ну что, теперь пора идти на улицу. Не понял. Что-то я немного заигрался. Ладно, поздно уже куда-то идти. Сыграю еще один матч. Каждое лето такое. Андрей, я хочу круто отдохнуть этим летом. Поехали на море. Коль, зачем тебе это море? У нас есть классная дача. Там природа, озеро, куча разных развлечений. А ты прав. Поехали на дачу. Погнали. Ну что, идем на озеро. Коляныч, слушай, раз уж мы тут, давай быстренько пропалим огород и сразу на озеро. Тут делов-то на полчасика. На полчасика, говоришь? Ну ладно, пошли. Фух, как же я устал. Наконец-то мы закончили. Ну что, теперь можно и на озеро. Знаешь что, братишка, сил совсем нету. Я лучше в ванной поплаваю. А, ну, хорошо, тогда завтра с новыми силами будем садить картошку. Нет! Каждое лето такое. У меня для тебя отличная новость. Я слушаю. Ты будешь один дома 2 недели. Девчонок можешь приводить, но только сильно не шумите. Супер! А ты куда собрался? Я на море, братишка. Блин, я тоже хочу на море. Каждое лето такое. Ну и жара сегодня. Надеюсь, крем от солнца спасет. Все, отлично. Теперь можно идти гулять. Горячо-то как? Не понял, что-то крем быстро впитался. Ой, жарко как-то. Что-то мне нехорошо. Каждое лето такое. Алло, Вадик, через 10 минут собираемся на поле. Будем играть в футбол. Алло, Женька, через 10 минут жду тебя на поле. Будем играть в футбол. Ага, давай. Здорово, Леха. Футбол будешь? Ага. Через 10 минут на поле. Саня, привет. Сегодня будет матч века. Будешь с нами в футбол? Да, на поле. Через 10 минут. Позови еще кого-нибудь. Хорошо. Здорово, пацаны. Ну что, готовы делиться на команды? Так, кого бы взять? Ах да, совсем забыл. У меня ведь нет друзей. Каждое лето такое. Андрей, ты на мороженое сильно не налегай. Мне не забудь оставить. Ты ведь не хочешь болеть летом? Не переживай. Все будет отлично.
Водочка, ты засранец. Накаркал. Каждое лето такое. Ах ты, маленький вампир. Получай. О, будешь знать, как связываться с очкастым красавчиком. Ну, молись. Ну, ты сам напросился. Каждое лето такое. О, не люблю лето. Хочу зиму. Ненавижу зиму. Быстрее бы лето наступило. Каждое лето такое. Йо-хо! Лето это, конечно, здорово. Но вот обидно, что учебный год закончился одними двойками. Но не беда. Все лето буду зубрить днями и ночами и хорошенько подготовлюсь к учебе. Коля, ты рюкзак на завтра собрал? Нет. А зачем его собирать? Ты прикалываешься? Посмотри, какое завтра число, и все поймешь. Да ладно! Завтра уже 1 сентября, а я за лето даже ни одной книги не открыл. Зашибись. Называется «Подготовился к школе». Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10:00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе и до новых встреч. Пока!